Сегодня суток, дамы и господа. Сегодня мне хотелось бы затронуть актуальную тему скамовых аирдропов. Каждый из вас, в том числе и я, тратит немало времени для прохождения аирдропов от проектов, и каждый из нас желает получить прибыль от этого. Но я бы вам сказал, что не каждый аирдроп одинаково полезен, и не стоит тратить свои силы, энергию и время на скамовые аирдропы. Различить скамовый аирдроп от нескамового. В принципе, масса вариантов, но мы с вами просто рассмотрим самый простейший и на его примере немножко поучимся. Давайте рассмотрим аирдроп от проекта Muse, который проходит в настоящее время. И мне предложили в нем поучаствовать. Я, конечно же, с радостью согласился. Почему? Да потому что нам надо тут вступить всего лишь в 3 группы Telegram, получить 100 токенов Muse и заработать $70 за 3 минуты. Не круто ли? Один Muse стоит 70 центов. Значит, 100 Muse, 100 токенов будет стоить $70. Всего-то 3 группы. Заполнить адрес электронной почты, имя пользователя в Telegram, соответственно, Telegram username и реферала, тут еще реферальная программа, и кошелечек свой ERS-20, и отправить. Все. И мы с вами получаем $70. Но так ли это? Давайте разберемся. Давайте хотя бы посмотрим, что за группа. Пройдем в Telegram и посмотрим. Так, разрешаем. Ну, смотрите, неплохо, 9000 участников. Ну, очень хорошо. Давайте посмотрим другую группу. Вступить-то нам ведь нетрудно. И в эту группу нам вступить нетрудно. Здесь 8884 участника. Ну, тоже хорошо, неплохо. Ну, здесь есть третья группа. И самое главное, есть официальный сайт. То есть, перейдем по ссылке. Не обманывают ли нас? Нет, не обманывают. Посмотрите. Все как положено. Презентация этого проекта. Этот проект действительно крутой. Ребят, ну все, надеюсь, мы можем потратить 3 минуты времени и поучаствовать в нем. Но давайте даже проверим на CoinMarketCap. Посмотрим, есть ли здесь эта монета. Да, эта монета есть. Ну да, она 40, наверное, подешевела. Действительно, вот упала по графику. Была и $2 даже она. Ну... теперь. Ну, тоже неплохо, но $40 за 3 минуты тоже неплохо. Но давайте проверим даже вот здесь, вот на официальном сайте. Перейдем с CoinMarketCap. Может, тут фишинговый этого проекта. Видите? 40 центов. Тот же сайт. Все отлично, казалось бы. Но давайте посмотрим их социальные сети. Не вижу Телеграма. Не вижу 3 групп Телеграма. Вижу Facebook. Ну хорошо, давайте пройдем на их Facebook. Да, действительно есть музыкальный блокчейн. Все есть. Посмотрим их сообщения. И о, вуаля, надо же. Attention. Представляю. We are not running any airdrop program at the moment. Мы не ведем никакой программы, связанный с аирдропами в данный момент. Пожалуйста, please, do not, не принимайте участие и не отдавайте свою личную персональную информацию мошенникам. Это, господа, скам. Ну и таким образом, что я хотел сказать. Будьте разборчивы, подбирайте хорошие аирдропы, чтобы не терять свое время, энергию и усилия. Это все. Заканчивая, хочу сказать, что я тоже принимаю участие в аирдропах и также, соответственно, попадаюсь и на скамовые аирдропы, но будьте внимательны, и у кого есть желание, проходите аирдропы вместе со мной. Как обычно, у меня с правой стороны плейлист, где расположены мои аирдропы, где находятся мои аирдропы и мои проекты, в которых я принимаю участие, ну и вам, в принципе, рекомендую. Поэтому
открывайте плейлист, участвуйте чуть пониже, подписывайтесь на канал. Кому было интересно, поставьте лайк. Всего доброго, до свидания.